То есть получается, вся та энергия, которая Беларуси нужна, она, может быть, энергия эта получена за счет совершенно других источников, не обращаясь к этим дорогостоящим, которые сегодня покупаются, газ и нефть. На долгосрочную перспективу этот метод получения энергии может сделать белорусскую экономику и Беларусь независимой от, в частности, допустим, от того же газа, который поставляется из России.